Шенда нога месси друзья джан. Это база, но не было. Там пилососы. Да ноги традишки? Нет еще. А какой лаваш будет нам надо сегодня, друзья джан? Помните, я в прошлый предыдущий видеоролик я делал этот лепешки. Лепешки мамина. Биши. Я сказал биши это. С этого теста и можно прямо готовить такой биши. Ну, хорошо надо. Хорошенько, чтобы пушистый был, хороший биши получился. Там только масло надо хорошо нагреть, очень хорошо нагревать масло, и биши у вас получится. Ну, в этот раз мы готовим лаваш, хороший, вкусный армянский лаваш. Вот, хорошо надо месить, хорошенько, хорошенько. И у нас шашлык сегодня, как раз и свежий лаваш будет. Да, нет же? Видите, как надо делать, да? По расчету делайте водички. Чтобы вам не было трудно, сразу не надо слишком водички наливать, чтобы не было потом проблемы. Ни густой, ни жидкий, короче. Вот. Тесто не должен клеиться к по бокам, по сути. Видите? Видите, открывается. Отлично, тесто получилось. Вот. Все? Так и должно быть у вас тесто.